украинцы попробовали свободу. Они сделали, что бесит больше всего российскую власть. Ведь не то, что они избрали президентом актера, мальчишку, паяца, который оказался человеком номер один. Не это беспокоит то, что Украина остается вечным примером того, что революция возможна, что диктатуры свергаемы, что мужество, настойчивость и неготовность лизать кому-то сапоги могут победить цепи ОМОНов, что все, возможно, еще изменится. Вот это вот все изменится рядом абсолютно, абсолютно нестерпимо. Россия, которая не хочет никаких изменений.